Жители с удовольствием наблюдают за жизнью водоплавающих. Водоем в черте города – прекрасное место для прогулок. Детей, да и многих взрослых, особенно привлекают его обитатели. Кормление уток на Тимоховском пруду – одно из любимых развлечений видновчан. Весной, когда лед сходит, при установке более теплых погодных условий, мы устанавливаем домик. А осенью, примерно в ноябре, где-то в конце октября, мы его убираем. Домик к новому сезону был приведен в порядок, отремонтирован и покрашен. Чтобы установить его, сотрудники МБУ благоустройства на лодке доплыли до середины пруда. Утиное жилище оборудовано специальными якорями, которые будут удерживать его на водной поверхности. Сейчас на Тимоховском пруду обитают более 20 уток разных видов. Домик простоит на водоеме до поздней осени.